Всем привет! Здесь мы собираем конструктор от Lemma Toys, и сегодня соберем танк Кадет. В набор входит клей, наждачка, 339 деталей конструктора и подробная инструкция. Для удобства каждая деталь в плашке пронумерована. А детали, отмеченные крестиком, нам не нужны, их можно выбросить. А также в наборе есть запасные детали и вспомогательный инструмент. Для таких неровностей используем наждачку. Клей не должен попасть на деталь под номером 8. Маленьких и больших колес должно быть по 4 штуки.
маленькие колеса по краям, а большие в серединке. Таким образом делаем две цепи. Со второй делаем то же самое. Обращаем внимание на отметки и расположение деталей.
второй люк собираем по аналогии. С другой стороны делаем то же самое. Остальные крылья собираем по аналогии. С другой стороны делаем то же самое. Готово! У собранной модели вращаются гусеницы, поворачивается башня, поднимается ствол пушки и открываются люки. При желании игрушку можно раскрасить. А чтобы посмотреть или заказать этот и другие конструкторы, переходите по ссылкам в описании. Подписывайтесь на канал и соцсети Lemma Toys. Пока-пока!